В некоторой степени виноваты банкиры, конечно, которые ведут себя, в общем, как бараны, так сказать, сражаясь за кусочек травы и позволяя, чтобы их убивали, резали, как баранов. По нашему мнению, происходит организованная попытка взять под контроль финансово-кредитную банковскую сферу страны. Преступными эти попытки делаются со стороны преступных кругов. Мы обеспокоены еще больше тем, что правоохранительные органы российские не выполняют своих функций. Практически ни одно видное крупное преступление в этой сфере не раскрыто. Ну, я думаю, что милиции заниматься охраной банкиров некогда, им бы навести порядок в стране. Поэтому, безусловно, банкирам остается надеяться только на свою собственную охрану.